Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня, друзья, хочу поделиться с вами майнером, где нам абсолютно без вложений дают зарабатывать криптомонету USDT. Значит, переведем на русский. Название «Колесо золота». Вот так вот у него название, если на русский перевести. И регистрация и авторизация по электронной почте от Faucet Pay. Значит, мгновенно начните облачный майнинг. И условия положения. Разрешена только одна учетная запись. Не допускается использование более одной учетной записи. И запрещается VPN прокси. Ну и все такое. Не нарушайте правил. Давайте зайдем. Почта. Ставлю на оригинал. И вот на синюю вкладочку. Все. Зашли. Здесь идет статистика всех участников, которые здесь работают, да? Как бы. Значит, вот здесь кликаем, это выход. Это домашняя страничка. Здесь ничего такого нет. Нас интересует майнинг. Значит, кликаем USDT майнинг. Опускаемся ниже. Здесь находится реферальная ссылочка для приглашения. И нужно разгадать вот эту вот капчу. Вот тут она. Прописываем. Так, синяя буква. Прописываем вот эти буковки и капчу. Ждем отсчет. Видим, да, идет секунда. И вот такое вот количество отправится сразу мгновенно на Faucet Pay. Но я один клейм сделала, платит все замечательно, 1000 клеймов в день. Это своего рода не майнинг, а кран. Все. Монета вот такого количества отправилась на Faucet Pay. Окей. Переходим на Faucet Pay. Я обновляю. Вот я выводила мой вывод. Вот такое количество. И сейчас я обновлю страничку. Проверим очередной вывод. Спускаемся ниже, пожалуйста. Вот такое количество мне пришло. 23 января. 23 год. Все шикарно. Как бы. И вот идет отсчет таймера. Через вот это количество время можно опять заходить и опять собирать. Следующий есть. Значит, здесь 1000 клеймов мы делаем, а здесь всего 2 клейма. Вот. Также здесь находится реферальная ссылочка. Здесь я еще не собирала. Здесь вот такое количество, друзья, монет. Так. Значит, ну давайте клейм. Делаю вот все в режиме онлайн. И что это у меня сюда куда-то меня перебросило? Не знаю, куда. Вот это я не знаю, что это такое от блок. Нет, я возвращаюсь. Вот я не знаю, как здесь. Ух. Так, давайте переведем на русский, посмотрим. Так, требует 2 раза. 2 ссылки доступны. Требовать. У вас еще есть незаполненная короткая ссылка. Отменить ее. Да, отменить. Ребятки, это 2 короткие ссылки. Я на коротких ссылках не буду. Я их терпеть не могу. Вот. Тем более здесь, видите, отблок. Мне это не надо. Я буду
работать только вот на этом майнере. Если хотите, пожалуйста, вот опять появилась капча. STA TS. Разгадываем капчу. Ждем. Таймер идет вот секунды. Сейчас давайте подождем и опять сделаю вывод. Здесь нет накопительного баланса. Сразу автоматически идут монеты на Faucet Pay. Я считаю, это шикарно. И пропускать такое, конечно, я не могла пропустить. Claim. Все. Окей. Перехожу опять на Faucet Pay. Перезагружаю страничку. И, пожалуйста, вот мои монетки. Такое количество. Прибыло 20 110 USDT. 23 января, 23 год. Все шикарно. Кому интересно работать, зарабатывайте. Но не интересно, друзья, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.